Сегодня мы будем играть в Scrap Leader 2. Ну, и я чуть-чуть поиграл. Да, совсем чуть-чуть, немножко поиграл. И я хочу сделать реборд. Этот реборд не даст три бустик. Это будет очень круто. И я хочу сделать этот реборд. Ну, начинаем. Да. Нет, все сначала. А смотрите, мои магниты остались. И да, я получаю, по-моему, в три раза больше. И мои апгрейды тоже тоже остались. Это круто. Так, у меня остался навык по быстрому прохождению, так что давайте вот это вот прокачаем. Так. Что будем? Давайте нафармим на вот это, на вот самое первое. Давайте фармим на самое первое. Так. Нафармили, теперь у нас быстрее спавнятся бочки. И у меня есть звездочки. Ого! Ого, нифига себе! Это полезная тема. Так. Ну чё, как бы, играем. Копим. Просто как раньше играем, да, но три раза быстрее уже все делаем. Подожди, у меня блин, у меня же нет звездочек. Опа, новая штучка. Я все потерял. Нет. Вот, пофиг. Давайте накопим 20 тысяч вот этих вот мусора. И потом купим новую штуку. Вот эту вот, чтобы у меня спавнились не такие бочки. Я сейчас покажу. Чтобы у меня спавнились вот такие вот бочки. Ну, это мы сейчас накопим по-быстрому, просто очень быстро накопим. Да. Так. Очень быстро просто купим. Ну, прям очень. Сейчас еще быстрее будем копить. Нормально. Просто отлично. Суперские копим. Так. Накопили. Покупаем. И вот, что я и говорил. Вот такие вот бочки спавнятся. Вот такие. Бэнь-бэнь. Тут. Новая бочка. Квадратная бочка. Блин. Так. Мне сейчас, по идее, должны дать магнитики. Я, кстати, один раз накопил 100 вот этих вот магнитов. И потом я их потратил. Как вы понимаете. Бэбэнчик. Сейчас и шторм начнется. Так. Вот, 10 магнитов. Так, и я сейчас еще больше магнитов соберу. Так. Ну, давайте. Я начинаю. Бэнь-бэнь. Дать. Готово. Отлично. Суперски. 100 нафармили. Дайте 80 тысяч мусора нафармим.
Я быстрее буду делать новые мусорки. Уже 7 лет. Мы очень быстро все делаем. Если в прошлом видео все очень долго делали, то в этом я более-менее разбираюсь, что и как надо бы быстро делать. Мы спидраним, ребят. Мы спидраним. Быстро. Наволочка. Быстро апгрейд. Так, ну, готова еще одна новая бочка. Не, ну, реберт очень сильно помогает в развитии аккаунта. Ну, очень сильно помогает. Так. Ну, что будем делать? Будем жать новую бочку. О! Бочка. Так, еще одна бочка сейчас появится. Отлично. Блин, надо еще две бочки, как бы. Надо еще две бочки, готово. Новая бочка, которая дает по 6 тысяч мусора. Это круто. Это очень круто. Так. Щомс. Ну, сейчас должно появиться, ну, должна появиться бочка. Кратим. И все, вот это вот прокачиваю. И теперь мы еще быстрее делаем новые бочки. Я даже думаю, монтаж здесь не использовать, потому что, ну, он вообще не нужен. Просто бэнь-бэнь, и все, новая бочка, бэнь-бэнь, новая бочка, бэнь-бэнь, новая бочка. Мы нереально быстро прокачиваемся. Так, мы сейчас уже начинаем чуть помедленнее прокачиваться. Так. А реборта когда смогу делать? Ну, наверное, когда я улучшу дабл барос или мор магнитс. Так. По 10 тысяч получаю. Нормально. Нормально так. Уже ровно по 10 тысяч получаем. Просто круто. Новая бочка, которая дает по 19 тысяч. Это отлично. 8 минут, а я уже смогу накопить миллион. Да. Так. Давай, новая бочка. Скрафтили. Так. Давайте мы купим миллион, чтобы купить второе. Так. Замечательно. Так, сейчас миллион будет. Миллион за 9 минут. Просто отлично. Так. И сейчас еще накопим. Еще. Покупаем. Ну, покупаем все. Так. Отлично просто. Просто превосходно. Третий уровень еще и сделали. Дайте вот это вот. Да. Может, бежит, когда мы откроем 10-ю бочку, тогда я смогу все-таки реберт. Или нет? Сказать. Так.
Вот это. Потому что я очень часто в офлайне в этой игре, но не захожу в эту игру. И пока я нахожусь не в игре, то у меня здесь копится мусор. И это очень круто. Отлично. Офигеть, по 70 тысяч получаю за каждый раз. Мы играем всего, а 10 минут мы играем всего, и уже такой сильный прогресс, офигеть. Ребёнок настолько сильно упрощает игру, что у меня нет слов. Так. Давай. Справимся. Вот это, вот это. Мень-мень. Это. Давай. Во. Отлично. Еще миллион. Просто супер. Так. Офигеть, мы получаем по 100 тысяч. По 100 тысяч мы получаем. Обалдеть. Так. Миллион нафармили. Можем что-то поставить вот это. Так. Блин, ну я хочу новый уровень. Можно, пожалуйста, новый уровень? Так. Готово. Готово. О, наконец-то. Я хочу нафармить больше таких вот жёлтых борщ, которые мне дадутся при реберте. Чтобы я мог еще сильнее фармиться. Еще быстрее. Давайте сделаем так, чтобы в следующем видео я сделал себе буст целое. Знаете сколько? Вы не знаете. X5 буст. Это будет просто нечто. Это будет просто нечто. Так. Супер, просто супер. Одна бочка дает по 100 тысяч. Одна. О, вот такая вот заспавнилась. У меня есть, кстати, шанс 1%, что вот такая вот бочка заспавнится. Знаешь, мне повезло. А я могу это прокачать шанс, и у меня теперь 2% шанс. Неплохо. Неплохо, слушайте, однако. Так. В общем, что делаю? Крафтим, крафтим, еще раз крафтим. 20 миллионов, а давайте 20 миллионов накопим и купим второй шоу. У меня спавнится новая бочка, другая бочка. Поехали фармить. Так. Это сюда. А это не сюда. Офигеть, не везет. Это сюда. Это сюда, это сюда. Отлично. О, я долго буду фармить. Я только 10 миллионов накопил. Хотя уже 12. Да не, слушайте, быстро, быстро. Очень быстро на фарме. Так, уже 15.
намного ближе к нашей цели. Мы еще и новую бочку, наверное, успеем закрыть. Кайфую. Да, вот, успели новую бочку открыть, которая дает полмиллиона. Я раньше, когда у меня была эта бочка, я не замечала эти цифры бешеные. Я вообще не замечала эти цифры. А сейчас, когда я сделала реберн, я замечаю эти цифры. Офигеть! Так. Ну, слушайте, не знаю, что я могу открыть. Ну, вот это вот аппарат. Отлично. У меня скоро будет новый уровень. Наконец-то дождался. Давай. Спамся. Уровень что, сам купится? Нет. Мне надо крафтить бочки. Давай. Готово. Вас покидал. Круто. Крутотень. О. Не знаю, зачем я вот это вот апгрейднул. Больше магнитов. Ну, хз, реально хз. О, бочка меня любит. Нет, не любит. Бочка просто на нее нарисовали сердечко. И все. Так. Давайте на самое первое накопим, готово. Что дальше? Не знаю. О! Я совсем не забыл про это. Так. Окей. Давайте 80 миллионов нафармим, что ли? Ну, да, наверное, давайте нафармим 80 миллионов, купим, апгрейднем вторую вещь, и я закончу наш ролик. Так. Ой, я... Чего? Уже? Серьезно, я уже открыл 17 бочек. Круто. Очень круто. Так. О, на фарме. Ладно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидос.